Привет, друзья мои! С вами Енчева Светлана, и вы на моем канале «Переехать в Болгарию». Сегодня будет важное объявление для тех людей, кто искал работу в Европе. Значит, на сегодняшний день у моих партнеров есть заявки на 2500 человек, которых они смогут трудоустроить на круизные суда в Европе. Значит, для этого нужно пройти полугодовое обучение. Этим будет заниматься наш университет в Добриче. 3 месяца будут онлайн занятия, и на 3 месяца люди смогут приехать либо по туристической визе, либо по безвизу для того, чтобы закончить обучение. После этого выдается сертификат и диплом, и для того, чтобы трудоустроиться, нужно просто успешно сдать экзамены. Поэтому, друзья, значит, в первый набор больше 250 человек мы не возьмем. Значит, кто хочет в этом мероприятии поучаствовать и потом трудоустроиться, значит, должны предварительно написать мне. Сейчас мы составляем предварительный список. И в этот предварительный список включаем тех, кто действительно хочет работать потом на круизных судах. Значит, для начала это будут речные круизы по Дунаю. Потом, вероятно, начнем обучение групп для морских круизов. Ну, там посложнее немножко будет программа обучения. Вот, поэтому, друзья, пишите. Значит, сейчас мы составляем программу, рассчитываем стоимость обучения. И всем, кто запишется в предварительный список, все это будет направлено. Всем пока, друзья!